Скажите Звягину, я с ним останусь дежурить. Вот это очень хорошо. Одной проблемой меньше. Но вы же видите, какая ситуация с врачами. Можете остаться и помочь. Слушайте, я, конечно, все понимаю, но ведь мне никто за это не доплачивает. Почему я из-за этого бомжа перерабатывать должен? Полную версию смотрите бесплатно на megogo.net.